Всем привет! Сегодня будем с вами закрывать помидоры. Помидоры. Вот, значит, вот такие у меня помидоры. Помидоры все помыли. Берем литровые банки, чистые литровые банки. Хорошо их моем, полоскаем и кладем в них специи. Помидоры эти можно закрывать и без специй. Я их закрываю каждый год. Закрываю здесь на даче, а везем, живем в Москве, и всю зиму, и год, и два они у нас стоят в квартире, и ничего с ними не случается. Вот такой очень удачный способ закрывания помидор, консервации помидор. То есть стоят в квартире, где постоянно отопление, топится, и стоят очень хорошо. Но помидоры, они сами содержат кислоту, и они как бы хорошо, лучше, чем огурцы, стоят, хранятся консервированные. Но этот способ очень удачный. Таким способом закрывала моя мама, но она хранила там в подвале. У нее специальное было помещение, у нас нет, мы храним в квартире, поэтому тоже подходит нам этот рецепт консервации. Очень вкусный, очень мы его любим и рассол выпиваем. Вот, хочу сказать, что можно сюда, в этот, в такой способ, не класть никакие приправы и специи. Но так как у меня здесь есть всего в изобилии, растет много в огороде, я кладу укроп, чеснок, один листик лавровый и смесь перцев горошком. Больше я сюда ничего не кладу. Значит, укроп, чеснок, лавровый листик и смесь перцев. Все это я кладу на дно банки. Вот огурцы я тоже так же закрываю. Вот у меня огурцы закрывала. То же самое вот на дно банки кладу. Все то же самое, что и в помидоры. Вот. Вот закрывала огурчики. Тоже хранятся хорошо. Значит, баночки наполняем томатиками. Ну, желательно помельче. Вот так. Какие есть. Наполняем. Значит, специи положили. Томатики укладываем. Сильно я их не утрамбовываю. Если открыли банку, съели, то очень хорошо. Откроем вторую. Потому как много нам тоже не очень надо. Вот, значит, заложили помидорчиками. Сейчас я на дощечку поставлю, у меня тут стол полированный. Потом берем кипяток, чайник закипел. Заливаем все баночки кипятком. Вот здесь в чайнике 1,7 литра. Хватает на 4 банки литровых. Банки литровые. Вот так. Вот так. Крышки я тоже обдала кипятком. Прикрываем крышками. И оставляем, ну, минут на 5-10. Вот так. Оставляем на 5-10 минут, чтобы банки прогрелись, томаты прогрелись, пока немножко водичка остынет. Вот так они у нас немножечко стоят, остывают 5-10 минут. Так, 10 минут у нас прошло. Баночки прогрелись, томатики тоже. Теперь мы будем выливать этот рассол, эту воду в кастрюлю и делать рассол. И рассол, когда у нас закипит, мы зальем уже томатики готовым рассолом. И будем закрывать. То есть на одну литровую банку томатов я кладу одну чайную ложку соли. Вот у меня идет по банкам. Одна чайная ложка соли. 4 банки, 4 ложки соли. Помидорам много соли не надо. Так, чайные ложки соли. А сахара 2 ложки столовые на банку. Значит, 8 столовых ложек сахара. Чтобы вкусный был рассол, чтобы томатики все пропитались. Значит, 8 ложек на 4 банки. 2 столовые ложки. Раз, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Напишу рецепт под видео. Так, и берем 9% уксус. На литровую банку 1 чайную ложку. Значит, 4 ложки уксуса. Раз, два, три, четыре. Все, 4 ложки. 4 соли, 4 уксуса и 8 столовых ложек сахара. Так, значит, баночки эти постояли. И мы сливаем. Некоторые закрывают с первого раза. Но так как я храню в квартире, я с первого раза помидорки не закрываю. Так. Есть у меня крышка. Кому горячо, есть крышки специальные, но мне не хочется с крышкой. Я сейчас так. Все, ставим на огонь. Рассол этот у нас закипает. Мы заливаем и закрываем баночки. Сейчас я поставлю на огонь. Рассол у нас закипел. Аккуратно, чтобы не ошпариться, заливаем в баночки. Вы можете половником или каким-нибудь бокалом, кто чем умеет. Я так, ой. Я вот так приспособилась. То есть заливаем рассолом. Я вот так вот прям доверху заливаю. Все. И прикрываем крышками. И потихонечку, по одной, по очереди, начинаем банки закрывать. Кто как приспособился, кто как умеет, закрываем. Банки. Крепко их вот так прижимаем. Потом обязательно наклоняем вот так вот и смотрим. Смотрим, чтобы все было сухо. Чтобы, когда вот вы закрываете, вы, если капнули, то вы здесь старайтесь протереть. Протираете. И потом вот так смотрите, чтобы все было сухо. И переворачиваем баночки и оставляем так остывать. Я их ничем не укутываю. Вот так они у меня стоят до полного остывания. Все с ними хорошо. Кушайте, закрывайте. Очень вкусно получаются томатики. Всем приятного аппетита. Всем спасибо. Кому понравилось, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы попробовали такой мой рецепт, напишите, понравился вам, как вам он, будете ли вы так закрывать. Все, всем спасибо.